прошлом году набережная реки Купеленко была реконструирована. У местных жителей появилось прекрасное место для прогулок. И все было бы замечательно, но около водоема ощущается стойкий запах нечистот, а вдоль берега много крыс. Грызуны, не боясь людей, вместе с утками поедают куски хлеба, которые бросают птицам. А запах появился потом уже, когда вот там очистные появились. А потом уже после того, как, ну я как понял, очистные уже переделали, что-то с ними сделали, как я знаю, уже по крайней мере вот там уже у домов не пахнет. Чтобы выяснить причину неприятного запаха, было проведено детальное обследование реки. Проводили с той целью, чтобы понимать, насколько действительно ее состояние неудовлетворительное на предмет несанкционированных точек сброса, заиливания места растительностью. И пришли к тому, что мы составили общий акт, который направили в Министерство экологии и природопользования Московской области для рассмотрения на совете, где принимается решение о включении рек в госпрограмму. По итогам проверки состояние водного объекта признали неудовлетворительным. Русло реки действительно нуждается в расчистке. Очистные Купеленки, они, соответственно, уже там подключена к КНСК, и вот в следующем году окончательно все перенесется на КНСК. Очистные Завидного, они находятся в госпрограмме на реконструкцию там и тоже КНС, то есть, соответственно, мы два глобальных источника загрязнения реки убираем, а это основное требование Минэкологии, чтобы реку включить в госпрограмму по очистке реки. Сейчас на портале Добродела открыто голосование за расчистку рек Подмосковья. Лидирует Купеленко. В настоящий момент мы подключили всю общественность, всю инициативную группу, депутатский корпус для того, чтобы, собственно говоря, наши проекты победили. И мы очень надеемся, конечно, на это, для того, чтобы войти в федеральную программу, поскольку все водные объекты, как вы знаете, что это федеральная собственность. Я участвую на Доброделе в голосовании. Мы проголосовали за то, чтобы очистили речку, за то, чтобы убрали этих крыс отсюда, чтобы речка была чистая. Голосование на портале продлится до 15 ноября. После него будет рассматриваться вопрос включения реки в государственную программу по расчистке водных объектов, реализация которой планируется после 2022 года. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.